знаю, что мне повезет. И вам ведь везет, друзья. Вот уже второй месяц мы разыгрываем удивительные пригласительные сертификаты. Радуем вас здесь, на телеканале «Самара ГИС». И у вас действительно уже очень-очень много. И здорово, что вы продолжаете играть, продолжаете испытывать удачу на прочность. Ну, а кто-то даже... Ну, вот бывают такие счастливчики. За эти месяцы успел несколько раз выиграть. Вам действительно, друзья, улыбается удача. Сегодня я вам улыбаюсь, и улыбаются билеты в кино, которые здесь вот находятся. Это «Киномечта» вас приглашает на двоих, каждый пригласительный. Вчера об этом было торжественно объявлено в нашей группе, в группе телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Если вас там еще нет, смело заходите, вступайте, не стесняйтесь, у нас там очень душевно и по-семейному. Так вот, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, что нужно сделать? Многие мне пишут и спрашивают, да там же все написано, легко и просто. Ищите объявление о розыгрыше, делайте репост себе на страницу, неважно, каким по счету будет ваш репост, главное, оставьте комментарий свой с номером, ну и ждите, конечно, очередного розыгрыша. И желаю вам удачи. Что тут еще добавить? Друзья, давайте мешать наши бочонки, напомню, их 90 и не больше, принцип лото, мешочек от лото. Ну и первый наш счастливчик, который отправится в кино, будет сейчас прыгать около телевизора, потому что в кино он отправляется уже совсем скоро, и это номер 68, номер 68, вот я сейчас его вам показываю. Есть еще один, я думаю, сейчас не менее счастливый зритель, и я вынимаю бочонок с номером 63. Вот он, наш любимый 63-й регион, Самара, Самара ГИС. 68 и 63. Мы вас поздравляем, ну и, конечно, желаем каждому из вас хорошо провести время при просмотре новинок кинопроката. Ну, а вам, друзья, желаю не отчаиваться уже сегодня. Прямо сейчас стартует очередной розыгрыш. Билетики в кино вас ждут. Ну и, конечно же, я знаю, что удача вам обязательно улыбнется. До завтра!